Сплю я. Что говоришь? Что ты сказал? Подбодривающий возраст. Мать, я ручку. Да расшир, говори, слушай, расшир, говори. Расшир. Бабушка уже. Он горит. Не выдерживаю. Там, это я тебе скажу сейчас. $400 в месяц. Зарплата вышла. Завтра подъем 5:30. Без 15:06. Вы заправляете кровати как? Собираете простынки, наволочки и на каждой кровати раскладываете. Старший принимает комнату. Вы освобождаете комнату, выходите. Старший сдает комнату. Вы все на улице. Снимает. Все, отпустила она, не снимает. Да. Да? Вот когда Рык сдался. Нет. А вот убрала он. Да, нажал, сейчас. Да. Все. Когда Рык это снимает. Первый отряд готов? Первый отряд готов? Нифига! База! Запросто! Пожалуйста, пройдите на исходную позицию. Раз, два, три, четыре. Стой, блядь. Блин, стой. Отряд? Отряд? Да. 3-4, начали. Чего? Начали. Отряд? Дети от тюрьмы! Дожди! Каждому ребенку по раздаточному складу! Речевку. Да, речевку. Начинай. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Ахтюбинский наш отряд. Дружные. И смелые. Сильные. Умелые. Шире шаг не отставать. Нашу песню запевать. По Руси широким золотом и длинным уходили в расхватку чуть-чуть на подбирали головам. Мы увидели море, такие, как на старой картине, услышали. Стоп! Раз, два. Взрываешься далеко. Ваш отряд! Тише. Дети кощеря. Яйцо кощеря. Мы, ребята, молодые, нам не страшно ни шиша. Даже страшен серый волк, как тебе на целый пол. Пятачок, правый бочок, левый бочок, шлеп, шлеп. Еще раз так. А еще пятачок, правый бочок, левый бочок, шлеп, шлеп. Запивай! Пятачок! Левый бочок! Правый бочок! Шлёп, дуб! Дуб,
Они вылазят только за счет вон того актива. У нас личности зато. Награждается вот этот вот первый отряд, который называется... Как же он там? Дети Актюбы называются. Итак, дети Актюбы пройдут. Служим. Чужой кровавый рот не развивай. Давай. Раша водка. Дайте мне только. Так а что вы сюда пришли? Да не там же нормально, по-моему. Нормально, давай сюда. Так, готово. Итак. А у вас нормально? Нет. Так, а почему не все так? Зря вы это ушел затеяли. Ну. И не хорошо же был. Это чтоб женщине не хотелось, я еще раз говорю. Итак, а теперь объявляется отбой по лагерю. Ясно? И право первой ночи. Право первой ночи вы проводите одни, естественно, ее со... Чем? С вожатым. Конечно же, с вожатым. Вы должны будете каждый придумать по одному. Кого ужать? Не пашет. Вот сейчас пашет. Сейчас пашет. Потом опять. 3, 4. Готов. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Проснуться надо. Причем здесь соль, хлеб. Так, теперь повторяем дальше за мной. Значит. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Готов. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, вы запомнили? А это кто? Это директор, да? Как это мысленно запомнили? Движение. Разминаемся пока. Пошла. Thank you.
Сегодня ты это выносить будут. Что, что? Он благородный. Итак, иди, а теперь иди, попрошу вас всех сюда, построиться. Построиться. Подрядом. Подрядом. Ухо свое главное покажи. Ой, бедный. Подрядом. Где мой первый отряд? Садись ко мне поближе. Вот мальчик. Димочка! Другой отряд записался. Да я... Как это придумал? Выгнать его из лагеря. Выгнать из лагеря. Прямо сейчас. Да. А, полезно посылать. Вот, вот еще один. То есть выбираем по одному, не по отрядам. А понятно. Хорошо. А это кто такая, а? Ну, это команда, да? О чем выбираем? Она главный бухгалтер, она спонсирует. Нет, не дай бог, скажешь, что не я. Я понимаю, конечно. Я выиграл, но вы... Какой вкус вообще? Просто... Ой, ты такая, а? Что-то по вкусу же выбирается. Это жёлая эта штука, да еще как-то в ушах уже... Нет, мальчик. Мальчик раз. Мальчик второго отряда. Не, вы хотите сказать, что я самый котируется, что ли? Я говорю, я. Бедный тебе надо было бантик завязать. Ну, пара мальчиков из моего отряда. Ничего себе, пара мальчиков. Бантик очень далеко. А вот это вот мальчик. А ты чего мальчик у нас разве? Простота. Мы с ними одной крови. Да. А теперь что? Мальчики, Вы куда? Давайте, а что, таблетки можно вдыхать, блин? Противозачаточные две. Да, он. Не серьезно, вообще я не. Дима, откуда ты все знаешь, а? Да я тут. Он в школе проходил. Итак, по пионерскому лагерю объявляется отбой. Второй раз сколько раз можно? Этот раз все должны лечь. Бог, началось, ребята. Вот это вот, ну там правда начинать. Лечь, так лечь. Хорошо, положи. Там, ребята, ему надо. Двигайся. Рома! Слушай, ну подвинься. Ну ты отойди мне, что ли, ты чё? Хорошо, не бейся. Это тишина. Медитация. Свет, выключайте, пожалуйста. Мы начнем сегодня или нет? Нет, мне так неудобно. Пожалуйста, выключай свет, сейчас сам его закидаем. Понимаешь, подождите. Сейчас она дочитывается, я даже не думаю. Первая кассета на первой сразу. Ты клип. Черт возьми! Те же имбари! Он что, пошел разбег набирать, что ли? Сейчас разбег набирать. Да, что на молодежь смотрит? А в половине шестого вставать опять. Миша, давай специально к стенке, чтобы тебе потеплее было. Будешь посидеть между двумя мужчинами. Спать тебе будет. Почему между двумя? А тут еще уже мужчины будут ложиться. В эфире всем любимая радиостанция «Алтюба». Самая замечательная передача. Ложись.